Каким в этом году будет инвестиционный форум в Сочи, обсудили на заседании оргкомитета. Провел его в Москве зампредседателя правительства Дмитрий Казак. В числе основных участников обсуждения был и губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, что подготовка к предстоящему форуму идет в соответствии с утвержденным планом. После рабочий день губернатора также продолжился в столице. С вице-президентом одной из ведущих консалтинговых компаний Марианной Максимовской руководитель края говорил о брендировании региона. По мнению специалиста, ставку необходимо делать на развитие туризма. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, сказал, что у Кубани есть потенциал стать круглогодичным курортом. Нигде больше в России невозможно сейчас обеспечить круглогодичный туристический поток и отдых на море, и отдых в горах, и одновременно отдых в горах и на море. И при этом санаторное лечение, о котором в последние годы как-то забыли у нас, и незаслуженно, учитывая, сколько минеральных источников находится и на территории Краснодарского края тоже. Отдыхающий, который привык купаться и плескаться на нашем Черноморском побережье летом, он должен приехать зимой и плескаться только в минеральных источниках. Но Бальное направление считает следующее направление. И мы его тоже должны позиционировать. Мы тоже выходить и привлекать инвесторов, потому что у нас есть те точки роста, которые для них тоже будут интересны. Мы готовы способствовать тому, чтобы инвестор, который зайдет в наш регион, заработал. А что нужно нам, субъекту, власти, мне что нужно? Мне нужны рабочие места, мне нужны налоги, мне нужна просто жизнь. Кроме того, по словам Вениамина Кондратьева, не полностью раскрыт потенциал и в других отраслях экономики. Новое время диктует новые подходы к развитию предпринимательства и продвижению кубанской продукции. Сегодня мы также боремся за внутренний рынок нашей страны. Моя задача – есть эта возможность развить экономику, сельское хозяйство, переработку, очень важно, до высоких мировых стандартов мы должны это сделать. Потому что когда завтра санкции снимут, а я уверен, их снимут, вот тогда будет настоящая проверка на прочность, насколько мы не заменились, а насколько мы выместили импортный продукт. Для этого, конечно, нужны новые современные технологии. Технологии с точки зрения того, как продвигать бренд кубанского продукта, как продвигать в целом саму Кубань. Еще одну встречу глава региона провел с председателем Союза журналистов России, с Всеволодом Богдановым. Губернатор края обсудил возрождение районных газет. Больше 4 миллионов кубанцев живут в сельской местности, и для них это важный источник информации. По мнению Богданова, это достижимая цель, но самое главное – вернуть доверие к местной журналистике. Сегодня, к сожалению, не стало того доверия, которое было, авторитета. Доверие читателя, зрителя, слушателя – это главное. Когда это есть, тогда и власть может опереться на все это. Тогда легче донести то, что предполагается через реформы, через какие-то проекты. Если мы говорим, что власть должна пользоваться доверием людей, народа, в противном случае она не будет властью, не будет авторитетной. То же самое можно применить и к журналистике, или к средствам массовой информации. Журналист должен быть в помощь этому народу. Он должен быть проводником между народом, конкретным человеком, примерно в Кубани, селянином или горожанином и властью. Вот его основная задача – сделать так, чтобы услышать там эту боль на земле и передать ее тем, кто находится где-то на определенных высотах власти. И тогда, на самом деле, он выполнит свою функцию. Кроме того, на встрече Всеволод Богданов предложил провести в Краснодарском крае конференцию «Живем и работаем в России», где активные студенты краснодарских вузов будут высказывать свои предложения по развитию родного региона. Вениамин Кондратьев поддержал эту идею. К слову, подобные встречи уже проходили в Москве. По их итогам студенты с лучшими докладами отправятся на большой конгресс в Петербург. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.